В рыбацком шале Евгения Додолева в этот раз член знаменитой династии. Георгий Михалков. Ничего, что я так, потому что все как бы Егор Кончаловский. Но я всегда был Егор. Никогда не был Георгий. В которой есть представители очень разных профессий. Сын ваш, да. Тимур Георгиевич, он будет кинематографистом? Стоматолог, понятно. Кардиолог, понятно. С очень разной судьбой. А у ваши гены совершенно гениальных рисовальщиков. Никита Сергеевич, он такой хлебосол. На день рождения к нему приходишь и даже его не увидишь обычно. Теряешься среди министров. Золотая рыбка. Егор Кончаловский. Блюдо 200 фунтов, а там просто как будто птичка накакала. Премьера. Смотрите в пятницу в 17:20 на телеканале «Москва. Доверие».